А это еще кто? Эй, Вита, 100 лет не видались. Ага. 100 лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клементо убит. Слушай, Вита, я знаю, что Фальконе к этому причастен. И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи. А мне-то какое дело? Ну да. Слушай, насчет твоего ухода. Клементо с тобой скверно обошелся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко? Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вита. За мной должок. Что нового? До или после того, как половину наших угробили. Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Ну, я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо. Микки. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно, тот самый. Голосочек, как у Мини-Мауса. Ага, да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно убили. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это все, что я скажу. Знаешь что, мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков. Вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай. Ты сделал то, что должен. У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И, по-моему, платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? Вот потому я и пришел к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надежный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, о чем я? Да. Тут с тобой не поспоришь. Эй, Вита, полегче, ты уж слишком разогнался. Слушай, поспи или еще чего? Эй. Привет, Вито. Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово, разве нет? Вот, держи. Не прогуляй все сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушел. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда... Ну да, не вини же его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчи. Он собирается на нас наехать, а я не знаю никак, ни почему. Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клементе. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Клементе. Ну надо же. Насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно, так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клементе. Настоящий профи. Да? Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Но... Вообще-то он уже здесь. Вот как? Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри,
Это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вита говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как не у дел, а все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клементы и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте, и Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри, ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри для страховки. Но тебе не придется никого убивать, просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся, сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумает. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вита, на сегодня пока все. Но заезжай завтра, договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. Thank you.
Лео! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Проваливай, пока не схватал. Лео, убери пушку! Это я, Вито! Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать! Скорее собирайся! За тобой идут! Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут, уходи отсюда. Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками, все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли мер. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашел. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно, они уже здесь. Дерьмо. Генри не должен меня видеть. Прячемся. Быстрее, пока он внизу. Может, мы поместимся? Ты что, сдурел? Может, в душе спрячемся? Это не самая разумная идея. Ты что, сдурел? Все в порядке, Генри, без паники. Убери пушку и отошли своих ребят. Я все объясню. Парни, подождите на улице. Если я не выйду через пару минут, вернетесь за мной. Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге, считай, жизнь меня спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фальконе решит, что я его слил и прикончит меня. Черт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вито, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить. Я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал, все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео. Должен быть выход. Вито. Иди. Прости, Вито. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео! Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Но сначала давай уберемся подальше, пока твой друг не передумал. Ладно, Вито, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Куда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме.
Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось, так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик, и жизнь станет малиной. Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка 100 лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лост-Хевен. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить. Это не слишком? Ну, я все равно собирался на поле. Вот ты живешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть. Фрэнк никогда не изменится. Он дрочун. Сейчас он слушает молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карло, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что ты в этом завяз. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет. Чистим туфли. Хорошего отдыха, старина. Тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа, почему? Он бьет и гуляет все время. И где он бьет тебя? Нет, но у него кто-то есть, я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын, убью. Нет, Вито, не надо, прошу тебя. Я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он тебя послушает. Где он? Я не знаю. У него есть друг, где-то на Ривер-стрит. Обычно успокойся, он у него сидит. Хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вита, но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски, идет?
Где Эрик? Эрик вроде как на кухне. Ну, вроде он там не занят. Эрик. Эрик, ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Я тебе покажу, как бить женщин. Слушай внимательно. Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дурь, забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. И если я вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Тебе ясно? Да. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? Франческо, Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то? Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще держись от нас подальше, ты меня понял? Просто держись подальше! Почекай! Живее! Давай! Гори! Макаронник! Гори! Пойду! Мать!
Простите. Джо, ну, только не говори мне, что ты не дома. Ну же, только б не валялся пьяный, давай! Ну, придержи коней, иду. Уже иду. Ты что, жарил мясо в одних трусах? Да. Можно войти? А, да, да, конечно, дай я тебе налью. Какого хрена? Мило, да? Это еще что такое? Я тут обстановку поменял, что скажешь? Да уж, тут все другое. Да уж, точно, сам обставил. Так что случилось? Вот, держи. Эти чертовы психи-ирландцы. Что такое? Что они сделали? Убить меня пытались, мать их. Что? И спалили мой дом к чертям. Вот это да. И что дальше? Хочешь разобраться с рыжими прямо сейчас? А то, ну да. Ладно, расслабься, выпей, а я пока кое-кому позвоню. И в шкаф ко мне загляни, если не хочешь воевать в одних трусах. Спасибо. Думал, ты не предложишь. Хай, это Джо. Да-да, я знаю, но мне помощь нужна. Сегодня куча ирландцев пыталась убить моего друга. Они ему дом сожгли. Я хочу знать, кто они такие и где у них логово. Эй, если не скажешь, проблем у тебя будет в разы больше. Микки Десмонд. А, вот оно что, понятно. И где он сейчас? Да, ясно, я знаю, где это. Понятно, спасибо. Куда мы едем? В Кингстон. Там ирландский кабак называется «Зеленый холм». Поехали. Садись в машину. Ладно. Так ты за ирландцами не следил, нет? Не, а что такое? У ирландцев новый босс. Звать его Микки Десмонд. На его место есть еще пара претендентов, так что он всем хочет показать, какой он крутой. А ко мне это какое имеет отношение? Он двоюродный брат О'Нила. А, теперь понятно. На что хош спорим, торчит сейчас в своей дыре и ржет над нами с остальными ублюдками. Ну, поехали, разберемся с ним. И я про то же. Похоже, их осталось немного, так что кабак можно взять с налету. Застать их врасплох и все дела. Мне нравится план. Уроды, дом мне спалили к чертям. Остынь, мы уже на подъезде. Черт, тебе же ствол нужен, чуть не забыл. Да, хорошо бы у тебя он был. А то если нет, придется руками рвать. Честно, мне пофигу. Тут где-то должен быть вроде... А, ну вот, держи. Спасибо. Ясно.
Готов, Вита? Пошли уложим этих кретинов. Я ж говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал, трус поганый. Но я его отыщу, и тогда... Это ты сбежал, четырехлистник. Черт, ты... Ну ты нахал. Это да. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Стреляешь, как мои... Вита, погнали! Я захожу! Я лучше всех! Я до тебя доберусь! За руль. У меня тут белый с серьезным оружием. Вот так пойдет. Понял. Ну вот, дело сделано, да? Да, дом это мне не вернет. Не волнуйся, дела идут в гору, так что скоро заработаешь на новой. Ага, очень надеюсь. Ладно, поехали домой. Так что я посплю на твоей такте, а? Есть вариант получше. Вот, держи ключи. Это квартира Марти. Его мама как раз просила ее продать. Так что поживи там пока что. Спасибо. Вариант. Не благодари, приятель. Староват ты уже для моей тахты. И потом я только что ее купил. Раздолбаешь еще. Хата Марти на острове. Так что, полегчало? Не очень. Прописали им по полной, и все равно мало. Эй, то, что сгорело, всего лишь шматье, Вита. Просто шматье? Это было мое шматье, Джо. Как думаешь, зачем я вообще во все это влез? Просто чтобы покупать шматье, костюмы, тачки, тёлок, дома. Теперь я опять без штанов, и бабло тоже все было в доме. Я пообещал себе, что... больше не буду бедным, не буду перебиваться, как отец. Да-да, я понимаю, не дрейф, что-нибудь придумаем. Пара секунд, и снова будешь на ногах. У тебя-то долбанный стакан всегда наполовину полон. Ты всех копов города решил за нами собрать? Я тебя в задницу укусил. Вечер добрый. Чего изволите? Рад встречи. Увидимся, старина. Держись. О!
дыра же. Были б деньги на гостиницу. Вот же мерзость.